Hostia.
Доброе утро. Один эспрессо сможете сделать? Конечно. Вам водичку эспрессо нужна? А нет, спасибо. Хорошо. А, что ж? Нет, нет. Получается 150? Угу. Пожалуйста. Да. Давайте. Спасибо. Знаете, магазины еще закрыты на втором этаже. Да. В 9-10, наверное, да, открываются? Нет. Скорее всего, да? А у вас когда люди появятся? В котором часу? Ну, приблизительно. В этом же как раз. А, да. Когда все откроются, тогда у вас появятся. Я то же самое шел и думал, вот интересно. А есть кто-нибудь в кафе? Вообще кафе открыто? Оно первое. Думаю, если открыто, а есть кто-нибудь? Может быть и нету, потому что если вы первые открыты, то, а все остальное позже, то, наверное, люди на позже ориентируются время. Но вам же это плюс? Здесь что... сотрудники чуть раньше приходят. А. В основном мы с утра поем, кормим А, серьезно, да? Да. Они заходят? Им тоже негде есть. Тоже пораньше приходят. Значит, вы в те... Ну, хорошо, что откуда рано. Как кофе называется, не помните? Колумбия. Колумбия, да? Это... Там, мне кажется, больше робусты, не знаете? У нас все арабика. Робусты нету? Мне однажды товарищ угостил кофем робуста. Я вот на все... Мне кажется, что мне теперь все время мерещится робуста, потому что такой с кислинкой чуть-чуть. У меня руки-ноги тряслись, я выпил чашечку, сволочь такая. Вообще-то, что про кислотности, это зависит от сорта больше, чем от того, какой вид у вас кофе. А по поводу трясучки, у робуста процент кофеина по весу в два раза или даже почти в три превышает арабику. Поэтому дело в количестве кофеина. Да, да, да. То есть она более строгая. А я думал, что робуста именно с кислинкой, поэтому я спросил. Кислотность, она регулируется в процессе именно работы с кофе. То есть, если кофе, например, вы дольше его проварите, дольше он будет завариваться, он будет, например, горчить. Если он недостаточно долго заваривается, он у вас будет кислотный. А, я не знал, интересно. Да, это можно сделать и с робустой, и с арабикой, чем угодно. Да. Ну, и есть еще сорта, которые за счет терруара, это место, где они обладают какие-то качества. Например, ну, Кения зачастую кислотная. А почему там кислотность Кении? Там это от почвы зависит? Да, это зависит от терруара, где она растет. Она обычно растет рядом с банановыми деревьями, которые закрывают от солнца кофейные дерева. Либо это грейпфрутовые. Вот, то есть цитрусовые разные деревья. Вот, за счет этого терруар преобладает вот такими качествами, которые дают кофе, например, такие же дескрипторы, кислотные цитрусовые. Это за отсутствие солнца? Нет, это из-за земли, где растут, получается, и цитрусовые, и заодно еще жарко, поэтому кофе скрывается по-другому. Вот, и, в общем, это все очень, да, интересно. Это как у нас, там, где растут сосны, считается почва кислая. Ну, да, от игл, потому что падает, там ничего не растет. Ну, цветы, я имею в виду, не растут. Плохо. Да, я буду знать. Спасибо большое. Все, всего доброго, взаимно.
следующий резерв. Да, что у нас.